Прокатиться на снегоходах по озеру Имандра, познакомиться с волшебными чахкли, загадать желание у древнего камня и выпить горячего чая из самовара с морошковыми леденцами. Такое увлекательное путешествие жителям и гостям Кольского Заполярья предлагает база отдыха «Лесная». Уникальный экскурсионный маршрут для всей семьи по белым джунглям позволит почувствовать себя персонажем современной сказки про самскую девочку Ингу и ее непослушного брата Сейда, который, вопреки наказу родителей, уехал на снегоходе в лес. Как главному герою удалось выбраться из снежного плена и какие еще открытия и впечатления ждут любителей приключений, узнаем прямо сейчас. Семья Смирновых собирается окунуться в снежную сказку. От базы «Лесной» путешественники готовятся проехать по следам Инги и Сейда, главных героев саамской истории. Протяженность маршрута около 20 километров. Впереди масса незабываемых эмоций. Путь лежит через лесную аллею и просторы Имандры, с которых открывается восхитительный вид на Хибинские и Мончегорские горы. Участники едут с комфортом, мощные снегоходы позволяют преодолеть любые барьеры в виде снежных заносов, а сиденья с подогревом не дают замерзнуть. На поле сугробов у нас, можно сказать, что почти ничего не ограничено. Каждый садится за руль, сам на снегоходе, даже пассажир, он имеет право прокатиться, почувствовать снегоход в сугробах, в пухляке, как он себя ведет, как он начинает нырять влево-вправо, вот, получает массу удовольствия. Экскурсоводы рассказывают историю о саамской девочке Инге и ее брате. Непослушный Сейд уехал в лес, там попал в буран и не смог выбраться. На плач девочки пришел добрый Чахкли, волшебный маленький человечек, и подсказал: помочь может камень желаний, который исполняет детские и взрослые мечты. Отчего никогда не замерзает. Он саамам в охоте да в рыбалке всегда помогает. И тебе обязательно поможет. И вот участники экскурсии уже у сказочного камня. По легенде, чудесный валун исполнил желание Инги. Брат Сейд вернулся домой, да еще и с уловом. Нам все очень понравилось. Это классный семейный отдых. Очень здорово, что в Кировско-Апатитском районе есть такое место, где можно здорово покататься, в том числе с детьми. Техника очень отзывчивая, легко реагирует на ручку газа. У меня был один раз, что я застряла в снегу глубоко, и тут же гиды подъехали и помогли мне выбраться. В завершении трехчасовой прогулки Смирновы посетили деревню Чахкли. В уютном доме их угостили чаем из самовара, а еще подарили всем морошковые леденцы. После такой насыщенной, яркой, интересной поездки очень приятно вот оказаться в таком чуме, попить чай с самовара. Детям еще очень классные бонусы дают. Сувенирную игру подарили. Деревня Чахкли называется. Да, и очень вкусные морошковые леденцы. Чтобы стать участником незабываемого путешествия, камень желаний не нужен. Достаточно обратиться к администратору базы «Лесная», и сказочные приключения не заставят себя ждать.